Итак, друзья, все готово для съемки. Сегодня мы делаем свинина, шея в казане. Итак, друзья, следующий этап. Значит, у нас мясо кубиками. Лук следующий. Морковь. Соль. Это все по очереди. Потом идут помидоры, зелень и томат-паста. И чеснок, вот вы видите, он пойдет уже вместе с зеленью. Для того, чтобы все было вкусно и прекрасно. Так, теперь я должен пока прекратить съемку. Очень важный момент. Мы сейчас разогреваем наш казан до приличной температуры, чтобы нам мясо запастеровать. Это очень важный момент. Итак, ждем, пока нагреется. Итак, казан наш разогрелся, и пассируем теперь мясо. Закидываем понемножку. Это очень важно, чтобы казан нас не остывал. Это самая важная процедура. Она очень важна, чтобы сохранить вместе то, что нужно сохранить. Напоминаю, свиная шея. Зайдет также лучок, морковь, и солим только после того, как положим лук, морковь. Солим, дальше у нас идет помидор, зелень и томат-паста. Казан очень удобный для готовки, лучше, чем сковорода. Огонь у нас максимальный. Ничего не перегорает, а приобретает корочку такую. Я не всегда сильно делаю, потому что сильные пригорают потом кусочки не моим зубам. Бывают серденькие такие, намокненько мясо. Итак, процесс пошел, дорогие друзья. Пишем на камеру Sony, Sony, но Sony здесь у нас Action X3000, а здесь Sony A5 7. Управление все с цели со смартфона. Итак, пусть все жарится.
включим позже. Ну вот теперь с лучком пусть пройдет время. Немножко накроем. Ну а сейчас подходит время запустить морковь и посолить. Что мы сейчас и сделаем. Газ полный. Все, мясо будет приготавливаться, в общем-то, в этой морковь, лук. Помидора, зелень. Так, сейчас мы солим. Солим шмат. Шмат. Вот шмат, он здесь сколько? Сколько берет пятерня, столько и солим. Даже чуть можно меньше сбросить. Вот этого достаточно. Теперь мешаем. Газ полный, соль кинули, сейчас пойдет вода, соль даст выделение обильное с воды, из мяса, из всех, из моркови и из лука. Тем самым начнется такое тушение. Для этого мы накрываем и запись пока отключаем. Незачем нам гонять, смысла нет. И эту камеру загасим. Ну что, пришло время. Вот какую картинку мы видим. Запах, аромат стоит чудесный. Конечно, я больше люблю говядину, но за это время, за 40 минут говядину таким способом, чтобы ее можно было прожевать, сложновато. Это надо отбивать с уксусом, а это все не особо приемлемо. Здесь особо ничего такого нет. Ну потом пойдет, конечно, томат паста, там уксус. Ну вот теперь помидоры, конечно, тоже крупно, но они все превратятся
Не надо никакого соуса, ничего. Все будет по одной флаконе. Мясо и соус. Закрываем и выключаем пока нашу запись. Ну вот теперь пришло время, друзья, нам завершающая стадия. Пойдет у нас томат-паста. Раз, два, достаточно. И зелень с чесночком и перчиком. Чесночок, зелень, перчик умеренно, все это перемешиваем, закрываем, через 10 минут все будет готово. Такая сказка получается. Можно с картошкой, можно с макаронами, можно просто с хлебом, с хрустящим. Такая картина получается красивая. Все это у нас должно еще 10 минут. И мы через 10 минут включимся. Ну вот, друзья, наше блюдо готово. Свиная шея в казане. Лук, которого уже не видно. Морковь. Помидор, зелень. Перец, соль, томат, паста. Мясо получается мягкое, так что рекомендую, друзья.